Сегодня в состав Великоустюгского историко-архитектурного музея-заповедника входят 15 памятников архитектуры федерального значения. В этих зданиях расположены разнообразные музеи. Вот эти объекты у нас являются объектами показа. Но остальные памятники архитектуры используются там по различному значению. Но в настоящий момент все 15 памятников архитектуры у нас используются так или иначе. То есть у нас действительно получается большой музей для, в общем-то, нашего не такого уж большого города. Основу экспозиции составляют подлинные предметы из фондов Великоустюгского музея-заповедника. Видовые открытки, фотографии, работы художников зафиксировали для нас прекрасные черты старинного города. Директор музея Антонина Андреева может рассказывать об экспозициях часами. Про таких людей говорят: настоящий профессионал своего дела. У нас вот в настоящий момент сложился коллектив, ну, в общем-то, вот из таких примерно людей. То есть профессионализм раз, творчество два, и третье – это желание работать для музея. И что очень важно, я все время вот об этом говорю, важно, чтобы каждый отдельно работал хорошо, чтобы мы все вместе работали хорошо и достойно представляли свой город. Чтобы музей посещали, он должен развиваться, идти в ногу со временем. В Великоустюгском музее создают интерактивные экспозиции, интересные людям всех возрастов. Мы первый раз, конечно, здесь ни разу не были, очень понравилось. И все звери так красиво, панорама, это очень-очень понравилось. Что и детей можно чем-то завлечь, там собирать динозавриков, вот мы пособирали, поискали клад, так что нам очень понравилось. 18 мая отмечается Международный день музеев. Именно в этот день во всех хранилищах истории бесплатно проводят интереснейшие экскурсии для всех желающих. У нас сегодня в наших музейных залах везде много людей, потому что у нас сегодня бесплатное посещение музея. И вечером у нас будут работать наши объекты до 9 часов. И уже практически каждый час расписан, потому что мы там предлагаем экскурсии. Если вы не знаете, чем заняться вечером четверга, то смело идите в музей. Там вы сможете прекрасно провести время и увидеть одни из лучших композиций в области. Андрей Жилин, Антон Карев. Новости провинции.